Сегодня я хочу рассказать о Петре Ивановиче Герасимове. Родом из Зимовья, простой крестьянин, он прошел 4 войны. Финскую, Халхин-Гол, Великую Отечественную. И закончил войну в 1947 году на Японском фронте. Петр Иванович Герасимов прожил долгую жизнь. Он умер, когда ему было 94 года. Но он никогда не забывал о том, что ему довелось пройти. Рассказывал об этом своим детям, своим внукам. Его сын Николай Петрович Герасимов стал известным поэтом. И благодаря ему из стихов мы узнаем о том, что же пришлось пережить Петру Ивановичу Герасимову. И вот одно из стихотворений, посвященное отцу. С утра погода брови хмурит, но раны стали раньше ныть. Ну что, отец, давай покурим? Ты уцелел в свинцовой буре, а значит, надо долго жить. Участников войны уж мало, все меньше будет впереди. И времени в обрез осталось вести сражение с металлом, что навсегда застрял в груди. Давно лишь только близким ведать, как с болью выжить день любой. Жить не сдаваясь, это кредо. Час продержался уж победа, неделю выдержанный бой. Война суровая с недугом черты не красит на челе. Но никакой врагу услуги из года в год вот так по кругу борьба за место на земле. Твори, отец, свой подвиг правый, преодоление, знай твой бой. Для всех живущих самый главный. Живи для памяти, для славы, верши победу над судьбой. Петра Ивановича уже нет с нами, но то, что тот подвиг, который был совершен им и его соратниками, он бессмертен. Сам Петр Иванович служил и в разведке, и был пехотинцем. У него на теле очень много ран, и даже был такой случай, когда его расстреляли, когда фашисты его поймали, когда он был в разведке, и расстреляли его, и запретили подходить к этим телам убитых, потому что, ну, в назидание тем, кто жил в этой деревне. Ночью учитель, он был старостой, но это учитель, он пришел, чтобы тайно захоронить этих ребят, и оказалось, что Петр Иванович Герасимов жив, и он спрятал его у себя в избе, на печке. Он выхаживал его долгое время, и благодаря этим усилиям Петр Иванович остался жив. Потом так случилось, что Петр Иванович спас этого учителя. Имени его, конечно, я не знаю, Петр Иванович не говорил, он запамятовал. Петр Иванович спас этого учителя, когда его хотели расстрелять как старосту, как полицая. Он рассказал об этом случае. Вот такая она жизнь. Живите в мире, берегите людей, которые рядом с нами. Thank you.